донати. Сколько ты зарабатываешь денег в месяц на Ютьюбе? Ах, как я пафосно сказал. Для торопык я сразу скажу, в этом месяце больше 90 тысяч рублей. Ну а если вы не только хотели узнать цифру, но и почему так, тогда смотрите дальше, я вам все по пунктикам расскажу. Но у многих на этом моменте, скорее всего, появился вопрос: донати, у тебя 35 тысяч подписчиков, это даже не 100 тысяч подписчиков, откуда такие деньги? 90 тысяч. Ну, во-первых, я все дальше в скриншотах покажу, я всегда подтверждаю свои слова пруфами. А во-вторых, я скажу, что в принципе, работая юристом, можно работать только по уголовным делам, а можно дополнительно работать по гражданским и другим делам. И, соответственно, тот юрист, который работает только по уголовным делам, у него аудитория очень узкая. А тот юрист, который работает в широкой сфере, у него больше аудитории, соответственно, больше клиентов, больше способов заработать. Так и у меня. YouTube – это способ заработать. И из 90 тысяч рублей в этом месяце лишь половина из них – это от прямой рекламы на YouTube, то есть от монетизации. А другая половина из 90 тысяч рублей – это, соответственно, уже другой способ заработка, но тоже привязанный к YouTube. Способ называется партнерская программа, реферальная ссылка, AliExpress и так далее. Это я еще не говорю о том, что я мог бы использовать 20 партнерских программ реферальных ссылок и зарабатывать еще больше. Главное – знать как, где и сколько? В моем случае я зарабатываю на AliExpress. Сумма выходит достаточно внушительная, но, наверное, не максимальная у топовых блогеров. Там вообще миллионами исчисляется за пару роликов. Но с другой стороны, блогеров моего уровня, у них совсем другие цифры. Это максимум 5000 рублей на рефералки в месяц. Ну а теперь я покажу, давайте вам скриншоты. Это с YouTube, вот сейчас вы здесь увидите. Это непосредственно то, что я заработал с рекламы, которую вы видите в видео. А вот, это с рефералки. Я не хочу рекламировать данный кэшбэк, кто знает, тот знает. Кстати говоря, у меня есть еще второй канал, но я его не веду, там максимум ролик в 2 недели, 23 доллара за этот месяц. Вот скриншот. Что же у нас получается? Получается, что я зарабатываю почти сотку, имея 35 тысяч подписчиков. Почему так? Ну, потому что у меня много знаний, большой опыт, и я что-то делаю. Да, у меня до этого канала был мой прошлый канал, там было больше подписчиков, там было более 150 тысяч подписчиков, но ему пришел конец. Кстати, по моей же глупости, я могу снять отдельное видео, что не нужно делать, чтобы не потерять свой канал. Если хотите увидеть такое видео, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк под это видео, покажите. Я скажу, что есть еще много способов заработать на YouTube, и они порой не очень честны, потому я к ним не прибегаю. А объективно, с моим охватом достаточно небольшим, можно уже иметь под 200 тысяч рублей в месяц. Напишите в комментариях, как вам сумма. Я прекрасно понимаю, что относительно других блогеров, даже которые крупнее меня, у них намного меньше. Именно поэтому я и решил записать данное видео, чтобы показать, что на YouTube можно зарабатывать и нужно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Кстати, я по YouTube могу снимать видео. Если хотите, показывайте своим лайком, пишите в комментариях. Мы с вами безусловно прощаемся, но в то же время скоро безусловно и снова увидимся.